Человек чувствует это, когда ваша теща летит в обрыв на вашей новой машине, купленной кредит. Да? С одной стороны, я слышу про модернизацию, про увеличение количества электроэнергии. С другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, промышленность лежит на дне и уже начинает взрываться в ил, как наши американцы. Шестой год подряд падает уровень жизни. То есть падает потребление электроэнергии, и цена на электроэнергию должна упасть. Мы это ожидаем, и параллельно должны упасть коммунальные платежи. А зарплата должна расти не только топ-менеджеров, и не только стоимость электроэнергии, в том числе всех сотрудников. Я очень надеюсь, так и будет, иначе нам придется подключить холодильник к телевизору, чтобы и там было хорошо, и только телевизор. А это тоже приведет к потреблению лишней электроэнергии, опять полноплаты. Как и вода, танцует пара.